Итак, компания Half Brick, то есть Пол Кирпича, представляет новую интерпретацию игры Angry Birds, только про рыб. Их также нам придется кидать, правда, без помощи рогатки, а просто пальцем. Задача — кинуть рыбку как можно дальше. Они умеют отскакивать от воды, некоторые имеют свои забавные свойства. Ну, к примеру, вот так. Задача — набрать как можно больше очков. Действует ускоритель, который позволит продержаться подольше. Некоторые рыбы похожи на стрелы, летают вот так. Дельфин, например, заныривает, не отскакивает от воды. Вот он. Вот этот вот самый забавный кирпичик. И в конце крабы дают нам оценку. В игре нам постоянно выдаются какие-либо задания. То есть бросить на сколько-то метров общее количество бросков. Вот эта рыбка, например, разлетается на нескольких. Таким образом собирает побольше солнышек ускорителей. Дает больше прыжков. Вот эта рыбка тоже похоже на игрушечную попрыгунью. В каждой игре нам дается всего 3 рыбы, 3 хода. Выбрать можете из этих 5 или 6, сколько вам выдано. Так, теперь попробуем дельфина, еще его я вам не показывал. Он может зачерпнуть дно, и тогда он далеко уже, как вот сейчас вы видите, совсем не полетит. В игре также динамически меняется погода. Вот сейчас идет дождь, отображается ветер. Он сейчас попутный, что позволит очень неплохо поиграть. Также бывают волны, которые достаточно существенно мешают прохождению больших расстояний. В процессе игры появляются пауэрапы усиления. Вот сейчас конкретно из-за волны получился бросок очень короткий, недалекий. Игра полностью на русском. Как он пишет сейчас, рыбам можно покупать костюмы за кристаллы. Каждый костюм меняет свойства рыбы.
Нужно подобрать лучшую конфигурацию. Также можно собрать рыбку. Добавляет 75 метров к вашему следующему броску. Попробуем все-таки дельфина запустить по-человечески. Там что с цветами?